На все это способны только женщины. Мужчинам нас никогда не понять. Возможно, это только к лучшему. Давай беговой. Давай еще раз беговой. Еще раз, вот это основной шаг. Основной шаг еще раз. А, не надо? Ну, давай. Мы его потом еще повторим. Еще раз, давай. Я его хорошо делаю. Я его хорошо делаю, это я от волнения. Отлично, смотри, от волнения. Потому что... Я с тобой же первый раз. Да. Я поблагодарила Илью за предложение, но отказалась, потому что график работы такой, что вклиниться с фигурным катанием в него никак невозможно. А Илья мне сказал, ну вот, мы ночью откроем каток, поэтому днем будешь работать, а ночью тренироваться. Казачок! Екатерина Стриженова. Красивая женщина, актриса, телеведущая, человек, которого знает вся страна. И вот представляете, наша первая встреча. И, конечно же, я очень сильно волновался, но очень приятно, что Катя своим общением просто сразу расставила все точки над «и», и стало понятно, что можно общаться, что она воспринимает мои слова, что видит, что я слушаю ее. И я думаю, что поэтому будет все хорошо. Извини. И поставил. Довернулась. Ушла сюда. Ты учти, я здесь уже ничего не понимаю. Не убей. Два. Давай. И. И здесь продолжай движение. Не бойся. Раз. Два. Держу. Когда потянула мышцу на коленке, врачи, снимки, и тут я, конечно, задумалась над тем, стоит ли вообще принимать участие. И я сразу Леша сказала, мы номер приготовили, ты его можешь сделать с любой другой фигуристкой, и ты прекрасно стартуешь, я не обижусь. Вот. Но Леша сказал, что он готов со мной продолжать проект, за что ему благодарны, и поэтому да, вот мы попробуем. Вот сюда смотри, Катя. Это он мне сказал туда смотри. Вот. Вот, другое дело, да. Только я боюсь, куда я еду. Я знаю, что я нервничаю. У меня муж пришел впервые и смотрит. И поэтому я нервничаю. А не, очень хорошо. Я вся страна, смотри. Планы я не строю. Я вам хочу сказать, что у меня один из лучших партнеров. Его пребывание в проекте теперь тоже зависит от меня. Поэтому чем лучше он меня научит кататься, тем дольше мы проживем в ледниковом периоде. На льду Екатерина Стриженова и чемпион мира и Европы Алексей Тихонов. Thank you.
Не забудьте выключить телевизор. С моей точки зрения, Кате очень повезло. Алексей такой партнер, при котором партнерша ножками по льду практически и не ходит. Это у меня правильное впечатление или я придумал? Нет, здесь позвольте с вами не согласиться. Алексей действительно блестящий фигурист и очень-очень хороший партнер. Его партнерши в прошлых проектах Анна Большова и Алиса Гребенщикова дошли до финала и стояли на подиуме. Но этого добились они прежде всего сами. И я уверен, что такая талантливая, такая трудолюбивая актриса и телеведущая, как Катя Стриженова, имеет все шансы повторить их успех. Поздравляю вас с премьерой, с чудесным, совершенно потрясающим дебютом. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Алексей, вы хоть осознаете, что в ваши руки попала одна из самых очаровательных женщин этой страны? Скажите «да». Да, осознаю. И меня это очень-очень сильно волнует. И даже так потрясывает немножко, когда мы катаемся. Мы этот номер хотим посвятить всем семьям, всем семейным людям, которые вот иногда забывают о том, что рядом вот тот самый любимый, когда-то казавшийся принцем, и та самая принцесса, просто нужно проснуться в какой-то миг. Вот в данном случае людей, эту семейную пару разбудило настоящее искусство, это музыка Чайковского. Поэтому я всем желаю счастья.